Больницы Пензенской области постепенно возвращаются к прежнему режиму работы. В регионе стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. Число новых случаев по сравнению с прошлой неделей значительно снизилось. Об этом свидетельствует количество обращений в колл-центры региона. Все это позволяет медперсоналу возобновить плановую помощь в необходимом объеме. Мы перестраиваем свою работу на то, чтобы расширять объем плановой медицинской помощи по муниципалитетам. И на амбулаторно-поликлиническом звене уходим полностью на глубокое диспансерное наблюдение, то есть поднимаем все диспансерные группы по всем направлениям и онкологии, сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания. В ближайшее время начнется работа и с помощью выездных медицинских бригад. В первую очередь группы узких специалистов направятся в отдаленные населенные пункты. У системы здравоохранения не хватало возможностей для того, чтобы проводить углубленную диспансеризацию. Сейчас, естественно, мы постепенно возвращаемся к осуществлению углубленной диспансеризации и расширяем перечень оказания медицинской помощи людям, плановой. Глава региона поручил незамедлительно начать работу по углубленной диспансеризации населения. Это направление он планирует ежедневно контролировать лично.